В Видновском художественно-техническом лицее прошла учебная противопожарная тренировка. Проводить такие мероприятия в школе очень важно, потому что только таким образом можно проверить, готовы ли ее учащиеся к быстрой и безопасной эвакуации. В первые дни нового учебного года во всех образовательных учреждениях Московской области проводятся дни пожарной безопасности. Плановая учебная эвакуация позволяет школьникам и преподавателям на практике отработать действия при возникновении угрозы возгорания. Организуют такие профилактические мероприятия сотрудники МЧС. При проведении тренировочной эвакуации объявляется, срабатывает условный сигнал о пожаре, включается в образовательном учреждении, ну, соответственно, в любой иной организации, где проводится тренировочная эвакуация, включается система оповещения и управления эвакуацией людей. Вот. В дальнейшем, значит, персонал образовательного учреждения, преподавательский состав, конечно, в основном, принимает действия к эвакуации детей. По легенде, на первом этаже лицея произошло возгорание. После объявления учителям о сигнале тревоги, ребята без паники и суеты покинули здание школы. Преподаватели быстро провели перекличку и доложили о численности учащихся. Дети организованно начинают эвакуироваться в безопасную зону с соблюдением всех дистанций. В случае бывает условный пожар, значит, ну, соответственно, используя все эвакуационные выходы, через которые можно эвакуироваться, и с учетом эпидемиологической остановки сейчас в данный момент. Мы должны выйти в указанное время по ближайшему выходу, чтобы избежать дальнейшего перемещения по школе. Важно быть вместе, то есть вместе с классом, не куда нет ходить, потому что учитель отвечает за нас. У нас эвакуации проводятся два и чаще раза в полтора года. Надо выяснить, как безопасно эвакуироваться и из школы, и мы каждый раз это делаем. А для третьеклассников были организованы открытые уроки по пожарной безопасности возле здания лицея. В ходе него сотрудники МЧС рассказали и показали, как устроена пожарная машина, какие инструменты, снаряжение и оборудование используют спасатели в своей работе. Есть бензоинструмент, также предназначен для разбора и монтажа конструкции. Стоит отметить, что в Видновском художественно-техническом лицее обучению правилам поведения в чрезвычайных ситуациях уделяется большое внимание. Регулярно проводятся уроки и профилактические занятия. Когда приводишь статистику и показываются им фрагменты фильмов, детям становится более интересно. Им картинка нужна, вот эта вот наглядность. Поэтому эту наглядность мы им обязательно обеспечиваем. Просто проводить сухой урок – это неинтересно. Помимо учебной эвакуации, сегодня во всех классах школы были проведены уроки по пожарной безопасности. Также каждый классный руководитель получил методические рекомендации. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.